Машина сгорела под соколом 11 июля. Это произошло в городе Кадников. Вспыхнул ВАЗ-2107. Общая площадь пожара составила 3 квадратных метра. Собственник устанавливается. В ликвидации задействовали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Предварительная причина – поджог. 68-летнюю женщину госпитализировали после пожара в Вологде. Предварительной причиной возгорания назвали неосторожность при приготовлении пищи. Кухня в одной из квартир пятиэтажки на Ильюшина 9 вспыхнула накануне. Как сообщают в областном МЧС, хозяйка жилья получила ожоги лица, рук, груди второй и третьей степени. Огнем поврежден потолок, в ванной комнате, туалете, коридоре имеется налет копоти на стенах, обоях и мебели. А в Великоустюгском районе загорелась свалка отходов лесопиления вблизи деревни Журавлёва с правой стороны по трассе А-123 в сторону Котласа. На месте работали пожарные расчеты, причина возгорания устанавливается. В Итигре осудили за пьяное вождение водителя автоцистерны. Он заплатит штраф 30 тысяч рублей с лишением права управления на 1,5 года. 53-летний Вытигор въехал в припаркованный инкассаторский автомобиль. В крови у нарушителя обнаружили наркотик. На суде он пояснил, что до ДТП пил запоем спиртное. 2 дня просто выпали из его памяти. Росгвардейцы задержали волокжанина, которого подозревают в порядке 20 хищений товара из магазинов города с начала этого года. Правоохранителям Вологды поступил сигнал с кнопки сигнализации из одного из супермаркетов на улице Чернышевского. Там мужчина прятал под одеждой продукты питания и пытался выйти из магазина, не заплатив. Его доставили в отдел полиции.